Утренние обнимашки. Сидим с зайкой. Ну, не расстается. Зайки, 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 зай. Утро. Зайки, 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 зайки. Что-то сегодня это... Уборки, уборки, генеральный. Генеральная уборка. Что-то налила уже. Шершень пописал. Что там дети делают? Я делаю пистолет. Молодец. Работы по участку начались у нас. Там у нас горит, горит. Тут у нас тоже будет сейчас все гореть. Потому что вот эти ветки, от них надо избавляться. И сюда куда-то змейка приползает. Ну, хотелось бы избавиться от зарослей. И прокосить все, что можно. Сейчас Кристина вытаскивает. Сожженная, хоть немножечко, чтобы поглубже у нас ямка наша была. Это тут все мокрое, конечно. Ну, розжигом будем разжигать. Сейчас главный пиротехник придет. Пока мы там, значит, жжем, Александр отдыхает. Молодец. Реклама мегафона. Потому что у меня есть интернет. Без Wi-Fi. Ну вот, какие мы тут порядки уже за все это время навели. Расчистили целый такой кусман. Большущий. И много чего сожгли. То есть осталось тут чуть-чуть. Ну, день-два. Ну, совсем капельку, да. Если каждый день так жечь, то... Можно быстро все сделать. Вот. Поляну подстригли. Собрать новую кучу. Даже сравни со вчерашним днем, здесь все было завалено. И вот как сегодня уже. Уже очень прилично. Ну и трудов это стоит тоже немалых. Вот это, конечно, самая большая куча. А так будет классно, когда вот мы все доделаем. Просто представьте. Газон. Оборудованное место для костра. Поляна, поляна. Очень удачненько Саня сегодня еще здесь, несколько часов. И мне не надо будет этим заниматься. Но этого ведра не хватает. Ложкой что-то крутит. Прогноз погоды такой, что у нас есть в запасе 2-3 дня. Прохладной погоды, поэтому можно будет что-то поделать. Мы нацелились обрезать хорошенечко вот этот куст практически под ноль, чтобы он оброс. Я вчера вот под дождем, пока болтала по телефону с подружкой, что-то такая стояла, скучно болтать просто так, дай-ка, думаю, возьму секатор, порежу. Начала обрезать, но там все мокрое, поэтому ничего не убрала. Ну и только часть куста обрезала. Но уже гораздо лучше. Ну вот, ну и... Куст мы в прошлом году подвязывали, в этом году его надо обрезать, потому что что-то ему не очень хорошо. Обновить. Вот и Саня там тоже по крыше ползает. Так как у нас появился 4G, усилитель нам больше не требуется. Да и он как бельмо на глазу в доме не смотрится. Надо его снимать. Вот он наш усилитель. Выглядит как... не упади. Железная штука. А тут у нас надпись антенна. Такая сякая. Вот такая. От куста остается все меньше. Будем думать, что на благо.
Движуха, движуха пошла. Куст обрезан. Саня там косит. Мы тут только что змею опять увидели. Нам не понравилось. Там еще две огромные жабы сидят, которые ни на что не реагируют. У нас здесь ямка выкопана была в прошлом году, чтобы сюда сливалась вода из раковины. Вот она немножко подзаросла, эта ямка. Труба. Насколько это видно, не знаю. Ну, ползет, ползет. Кто? А, жаба. Большая жаба. И вот здесь змейка сидела. Мы опять не увидели голову. Небольшая. Все пугали нас огромной черной змеей. Размером с анаконду. Тут совсем небольшая змейка. Вот, трудится перед отъездом. Мы продолжаем наш репортаж с места действия. Место действия — бывший жужжащий куст. Здесь был холмик, и внизу корники небольшие оставленные. Их надо убрать. Александр. Я копал яму, короче, и наткнулся там на камень. Не хочешь его вытащить? Там валун вот такой. На старых дрожжах мы продолжаем уничтожать планомерно ветки. А я бы Александра еще попросила вот это вот ствол немножко распилить на несколько частей. Ну, в общем, хотим, чтобы здесь тоже полянка была. Можно было бы вот так вот сюда подходить через полянку и к кострищу. Так, здесь уже хорошо, можно ходить спокойно, не боясь наступить на кого-нибудь, типа змеи. Оставляю сейчас костер на Кристину. Тут какие-то опять кусты появились непонятно лежащие. Вообще непонятно, что это. Да, кто это, что это. А Саня уже с рюкзачком готов катапультироваться на материк. Идем? Все взял? Ничего не забыл? Зарядки телефона, посидеть перед дорожкой надо? Посидеть? Можно. Давайте. Ай, бутылок стеклянных, вывез бы пару мешков. Неси. Слышь, мне предлагаешь в сарай сходить, да? Сейчас я принесу, ладно, хорошо, не ходи никуда. Иди сядь! Я уеду сейчас. Сожгу все носки твои, чтоб не заправлял штанишки. А я с ней живу. А ты уезжаешь. Что, не будешь сидеть на дорожке? Так и не села, смотри-ка. Коза. Сядь на дорожку-то! Да. Все взял? Куча стекла. Возьми пару вот таких мешков. В хорошую погодку уезжаем. Все, пора уже идти на берег нам. Кувшины, троста. Расширять нам надо наш берег песчаный, прекрасный. Соседи просто ползут к нам, короче. Веселье. Я на месте, Саня в пути. Идем дальше жечь или обедать, не знаю. Тут где-то мистер Шершень опять летает, громко слышно. Наш прелестный участочек. И тут продолжается жорево. Мы вроде как дожили до обеда, мокрые насквозь, но при этом мы тут с Кристиной, кажется, сожгли все. Тут осталось
полено вот это вот мне одной не утащить. Вот здесь можно все уже скосить. Здесь и вокруг костра. Вот, пособирать мелкие ветки и срыть горку. Ну, тут такая навалена кучка. В общем, мне кажется, что после обеда мы все это здесь доделаем. Ну, останутся вот эти вот. Но главное, вот эта часть будет полянистой. Солнце еще высоко. Пообедали. Пора приниматься и дальше за работу. Вот если убрать все моменты вот такими полосами симпатичными, вот они тут видны. Это на самом деле работа на последнем издыхании, как говорится. Все, срыли кучку. Останется потом еще раз газонокосилой пройти по минимуму. И все на сегодня. Осталось только, чтобы все это утрамбовалось. Новая травка здесь выросла. А так просто идеально, мне кажется. Знаете, что сейчас произошло? Дети ушли в гости. Все. И тут такая тишина. Птички поют. Ну, хоть немножко от них, от всех отдохнем. Это у нас вечный детский сад целыми днями. Все, кто только можно у нас, бегают, пищат, кричат, ссорятся постоянно, мирятся постоянно. Тоже наслаждается. А что ты делаешь? Ну, я пойду сейчас в огород с газонокосилкой. Там пройдусь, и вот здесь попробую пройтись. Ну вот, пока ты не собралась, я возьму. Драка! Нам нужно две газонокосилки, два секатора. Не, меня это, леску менять в триммере. Я тогда с триммером пойду. Сейчас с триммером ты хочешь пойти? Да. Ну, пошли. Короче, Кристина пошла за забор, я пошла с газонокосилкой в огород.
Как-то так. Забрал, намыто. Нужна какая-то героическая, наверное, музыка. Надо запомнить, как было. Так вот. Тут вот так вот трава. Много травы. Ну, а я пошла газонокосилкой в огород и вокруг дома. Потому что там уже тоже недавно стригла, буквально, я не знаю сколько, дней 5 назад. 4, может, уже там опять все обросло. Ну, вон тут, ну, видно. Вот, обросло все. Кошмар. Весь огород надо пройти. Наступил вечер. Давайте покажу фронт сегодняшних работ. Значит, скошен весь огород. Пес что-то бродит. Чего бродишь? Змейку ищешь? Солнышко там светит. Жалко, к нам особо закатное солнышко не приходит в гости. За участком футбольное поле. Ну, как-то так. Правда, футбольное поле кривенькое вниз, но тем не менее. Это вот, получается, я скашивала кусок недели, наверное, полторы-две назад. А вот это свежее, покошенное. Быстро все так обрастает. Ну, дело в том, что дожди были. Газонокосилкой вот здесь у забора прошлась. А вот там надо все-таки ручками. Там еще старый забор, остатки сухого шиповника. Это надо в определенный день как-то зайти. Так, пока работы идут, как видно, работы. Такие знаки стоят порядка 2000 рублей или 1500. Любой себе может приобрести. И вдали вышка 4G. Самое главное, веников навязали. Жизнь прекрасна. И вот, кстати, куст, который мы с мамой еще обрезали. 2 недели прошло, да? Вот, оброс. Наши веселые трудовые будни продолжаются. Кристина продолжает выкашивать нам футбольное поле до самого низа. А я перчаточки-секатор и пойду что-нибудь порежу. У нас задачка стоит освободить немножечко забор. Ну вот этим сейчас потихонечку и займусь. Хорошее поле, хорошее футбольное поле. Великолепное. А я вот этим заниматься буду. Здесь у забора нужно с грабельками пройти. Сейчас секатором тоже тут кое-что порежу. Надо забор вот там вытаскивать. В общем, потрудиться придется, потому что шиповник здесь есть.
невероятный, изысканный, великолепный обед. Очень изысканный. У нас все изысканное. Великолепная курортная кухня. Островская. Комары атакуют после обеда. Чтобы Кристинка могла скосить вот эту вот полоску, мне надо сейчас быстренько вот здесь щавель собрать. Ну, хотя бы вот на вот ту ширину. Щавель-то, конечно, еще и дальше есть. Но вот здесь он прям свеженький, хорошенький. Надо его быстренько весь разобрать. Невероятный, восхитительный, потрясающий простор. Ну, здесь еще кучка. И вот тут, смотрите, как наработка хорошо пошла. Целую кучу насобирали всего-всего. И забор уже так вот очищается. Ветки, ветки, ветки. Ну, тут даже просматривается, что у нас на участке происходит. Березонька. Это вот старые поросли березок, которые мы сюда скидывали, когда срезали их с дороги. В общем, дело движется. Но пока вот эти вот березки не уберутся отсюда, здесь будет очень сложно дальше что-то прочищать. Поэтому пока что я лично буду заниматься тем, что вот возить то, что настригли сегодня. Возить к нам на участок и создавать там подобного плана кучу. А еще находка. Вот такой вот офигенный камень. Транспортирую его на клумбу. Тележечкой попозже. А что там у нас происходит? У нас там поляна. Полянская. Все просматривается, все красиво. Да. Лес. Саша привез мои старые фотоальбомы. Ради интереса хочу фотки показать, как было и типа как стало. Если они в этом фотоальбоме есть, примерные ракурсы вот где-то здесь снятые, я покажу. Божечки, вы слышите этот звук? Какой-то великий, великолепный,
своем великолепии день. Продолжим уже завтра. Я не особо знаю, на чем наш репортаж закончился. У меня села камера. Я ее отнесла наверх, поставила на зарядку. Мы вместе с Юрием еще спилили, он спилил еще парочку деревьев. Так что я потом спущусь вниз и покажу. Ох, я просто предвкушаю масштаб тех работ, которые мы будем проводить на берегу. И как раз скоро начнутся солнечные дни. 27-29 градусов тепла. Мы будем как раз время проводить внизу на берегу. Так что нам предстоит очень много потрудиться. Великолепный, потрясающий в очередной раз ужин. Ой, голубцы, все, сил нет, честное слово. Сейчас поедим, и что будет, я даже не знаю. Мы сегодня едем на день рождения к Веронике. Зоя уже готова. Она с собой возьмет меч. О, ты похожа на эту, на девочку викинга. А как это девочка викинга? Еще одна бабуля. Не бабуля. Ты очень похожа на солнце. Красные, желтые, радуга, синие. И тапки. С носками. Сейчас у нас веселые передвижения. Сначала мы едем к машине. Дети в машину. Я перегоняю лодку в Аксенова. Потом, значит, жду всех. Или подхожу к магазину. Или как-то так. В общем, день рождения. Зато мы красивые сегодня. Накрасились, как принцессы в платье. Жилеты надевать быстро. Какой у нас там просвет. Просвет, просвет. И веток куча навалена. Вот, все видно. И будет еще почище. Так, вот да, теперь нам сложновато, конечно, в лодку забираться. Но ничего. Пара дней, и мы начнем здесь все прибирать. Так, мы приплыли. Сейчас дети погрузятся в машину, а я буду лодку перевозить. Карета, карета. Я на месте, местный пляж, лодку поставила. Чик-чик. Чтобы не угнали. Иду к магазину. Вот главная именинница. Красавица. Пойдем. Они сейчас к магазину подъедут. Как ты на велике классно катаешься. А ты услышала мотор и нас встречать или увидела? Да, услышала. Услышала. Молодец. Вероника. Обними Веронику. И скажи с днем рождения, да. Ой, хорошо, красота. Замечательно, превосходно. Пришли. И все там расселись, да, кажется? Как классно, когда такая компашка. Хорошая была бы банда, если бы все были на острове. Девчачьи игры. Ну, прелесть. Здесь уютно. Который раз вот приезжаешь в гости и поражаешься, насколько здесь хорошо и замечательно. Вот так вот. Все в ковриках. Все прилично, чистенько.
Да, вечеринка обещает быть интересной, судя по всему. Ну, что происходит у вас, девчонки? Секретничаете? В принципе, да. Ну, простите, что я вас побеспокоила. Ничего. Ладно, пойду погуляю. Так, ну что, мы тут заканчиваем нашу вечеринку, едем на следующую. Сегодня вечеринка. Ну, сколько можно вечеринок, правда? Устали уже от этих. А что ты хочешь делать? Бежать. Бежать? Играть на столке. Ну, конечно. И что, все бегут? Куда все бегут? Куда-то все бегут. Провожать нас идут. Великолепные обнимашки. Все, спасибо за праздник, Вероника. Пока, Вероника. Тут беготня продолжается. Вот что значит дороги. Есть дороги, есть беготня. У нас тут была доставка Матвея. Дети возжелали остаться на том берегу. А вот гребец изъявил желание доплыть на веселках. Ну, а что бензин тратить пусто? А, ну да, конечно. А мы тут посидим, подышим свежим воздухом, пока дети там... Как удобно детей сплавлять, а? У нас там тишина, спокойствие. На озере видно прям волны-волны такие мелкие. Ветерочек. У нас вечеринка продолжение. Гостей позвали. Юра. Один. Сабантуйчик, короче, будет небольшой. Сегодня. Великолепный стол. У нас там грибочки, рыбушка, салатики. Все прикольно.